Стало известно, доза алкоголя, обнаруженная в крови жены Николая Караченцева, а значит, Людмилу Поргину теперь могут признать виновной в аварии. Медицинская экспертиза установила 0,3 промилле алкоголя. Эта цифра говорит о легкой степени опьянения, то есть выпить она могла бокал вина или кружку пива. По словам очевидцев, в автомобиле Караченцева стоял запах алкоголя. Сразу после ДТП его жену доставили на медосвидетельствование. Артиста госпитализировали после аварии в Подмосковье. Его внедорожник Toyota столкнулся с «Газелью», которая притормозила перед поворотом, и «Тойота» в этот момент пошла на обгон. Николая Караченцева доставили в больницу с сотрясением мозга. Также в результате аварии пострадала родственница Караченцева и его медсестра. У обеих травмы головы. Это вторая авария, в которую попал 72-летний актер. Жители России назвали это злым роком. Автокатастрофа произошла спустя ровно 12 лет после первой трагедии, которая навсегда изменила жизнь Николая Караченцева. В ночь на 28 февраля 2005-го он врезался в фонарный столб. В результате получил серьезную черепно-мозговую травму и впал в кому. Он долго проходил реабилитацию. Поклонники предполагают, что эти две аварии вовсе не совпадение. Победительница битвы экстрасенсов Виктория Райдас подтвердила эту версию. По ее словам, говорить о магии можно, если события повторяются с определенным циклом.